Итак, друзья, сегодня у нас будет очень интересный видеоролик. Мы с вами попробуем зафиксировать пролет спутников Илона Маска, если это, конечно, возможно. Но, как вы можете видеть, небо блокируется вот такими облаками. Некоторые звезды видны. Вот это вот ковш Большой Медведицы. Еще через облака просвечиваются некоторые звездочки. И ждем, что в ближайшее время вроде бы должны полететь спутники Илона Маска в одну цепочку выстроенные. Но лишь бы они не залетели за тучи, за облака, хотя бы не так сильно, мы смогли хоть что-то разглядеть. В общем, будем ловить каждый момент. Их пролет должен быть в 21:40 28 июля 2022 года. По крайней мере, так написано. Направление с юга на север. И вот целый ряд этих инопланетных объектов должен пролететь перед нами. Пока что, кроме нескольких звездочек, странных облаков, я не вижу ничего. По крайней мере, пролет спутников еще не начался, и их не видно. Давайте же ждать того момента, когда это случится. Я буду вам прям по времени говорить, потому что у нас ролик будет вестись за пару минут до начала пролета. Сейчас 21:38. По научным данным, вот тут вот с левой стороны, вот отсюда вот слева, где-то над деревьями и над нашей головой должна пролететь цепочка вот этих инопланетных объектов, светящихся, как НЛО. Жалко, что пришли такие сильные облака. Тучи, как всегда, все блокируют, но, может быть, мы сможем увидеть какое-то свечение. Ждем, ждем 21:40, когда же наступит. Сейчас покажу еще небо над нашей с вами головой. Здесь тоже очень много звезд. Есть одна вот яркая-прияркая. Тучами небо сильно-сильно блокируется, но в любом случае мы надеемся хоть что-то заснять. Может быть, нам повезет. С помощью фотоаппарата Sony Alpha 7-3, который подарила Лена. В общем, откуда-то с той стороны, там у нас юг, должен произойти взлет или начало взлета. И вся вот эта вереница пролетит прямо над нашей головой. Или где-то вот здесь сбоку. Смотрим еще раз на время. Так, секундочку, сейчас я камеру не буду опускать, сам просто телефон вытащил и посмотрю. 39 минут. Вот буквально сейчас должен начаться этот полет. Смотрим все внимательно. Вот Большая Медведица, четко видно справа ковш и хвост прямо такой. Но пролетов я пока не вижу. По крайней мере, он не начался. 21 почти что 40, 28 июля 2022 года. Как я понимаю, то Илон Маск запустил вот эти спутники по научной теории 24 числа. И сегодня они должны были показаться над Россией. Вот яркая звездочка начинает немножко гореть за тучами и тухнет. И как раз где-то здесь пролететь с юга на север. Но не вижу ничего, кроме вот этих облаков. Облака, облака. Справа Большая Медведица. Только-только зашло солнце, но недавно видно, что вон свечение с правой стороны. Итак, смотрю еще раз на часы. Все, время 21:41 уже. То есть они в любом случае должны здесь где-то лететь. Где они, спутники Илона Маска или целые рой инопланетных объектов? А, конечно, могут нам все заблокировать облака, но хоть немножко, я надеюсь, должно быть видно, если эта цепочка действительно существует и полетит. Я вам сейчас покажу целую статью об этом, что действительно сегодня они должны пролететь. Пока не вижу. 21:41, вот там какая-то звездочка или летит, или стоит на месте между облаков. Но это буквально одна. Нам с вами нужно увидеть их очень-очень много. Пока тишина, тишина.
Но если положено было пролететь 21:40, это должно быть или начало полета, или конец полета. Не видно, не видно, друзья, в чем-то есть обман. Пока не было пролета, даже если это туча, мы все равно немножко что-то заметили. Вот большая медведица видна. А где же хоть какие-то еще спутники или какие-то светящиеся объекты? Над головой тоже ничего не вижу, кроме вот этой яркой звездочки и много облаков. Так, смотрим с юга на север, тишина полная. Как я, кстати, мечтал вот этот момент снять бы, а? Но мы... Вот черное что-то пролетает сверху, может быть, птица? Справа налево прямо так. Но не вижу никакой цепочки. 21:40, нету ничего. Уже 42 или 43 минуты, опять что-то черное здесь летает. Камеры поворачиваюсь, смотрю со всех сторон, но тучи тоже не могут заблокировать, потому что среди туч есть небольшие просветы. Даже если эти бы спутники зашли где-то за облака, то все равно в какой-то момент они бы вышли, и мы бы все заметили, зафиксировали. Неужели опять обман, вся эта информация, так скажем, научная или официальная, нас подводит? Не вижу. Сейчас я посмотрю еще раз, сколько время. Уже 43 минуты. 21:43. А пролет должен был состояться в 21:40. Еще подождем немножко. Может быть, что-то хотя бы пролетит. Какая-то звезда или объект. Фиксируем все, не прерываясь. И очень внимательно рассматриваем. Вот здесь вот большая медведица стоит на месте. И примерно вот в ее районе как раз и должен быть пролет этих множественных белых спутников. Но нету ничего, кроме нее самой. Это странно, очень странно. Продолжаем наблюдение. Так, слева ничего нету, не вижу. Над моей головой тоже полностью тишина. В чем прикол тогда? Почему никакая быстро перемещающаяся хотя бы одна звезда не летит? Ну, значит, кто-то над нами пошутил, как я понимаю. Нету ничего, друзья. Вот большая медведица на месте. Показываю направление, как бы вот с левой стороны юг. И мы вот так на север все смотрим. Ну, не вижу ничего, как говорится. Это очень странно и очень непонятно. Как же я хотел зафиксировать эти объекты. Специально вышел вечером, ночью. Подготовил фотоаппарат, время. Все включил, настроил. Сейчас я вам покажу на телефоне, что действительно пролет должен был быть. Ну, еще немножко подождем. К сожалению, этой цепочки не видно. Вообще не видно. Так, покажу вам еще небо дальше, правее тогда. Вот треугольничек, это Кассиопея, как буква W. Справа там тоже облака. А то, что нам надо, нету, друзья, нету. Какой-то колоссальный обман мы опять попали. И значит, все это неправда. Ну что же, время сейчас еще, если уже 5 минут прошло, что тут ждать, смысла нет уже. Да, 46 минут, 6 минут прошло. Покажу вам время, всю статью, чтобы вы сами все посмотрели, увидели наглядно. Так, ну вот вам полностью запись, что в Москве за 5 минут до выхода из тени под Сочи виден поезд Starlink. В Москве рядом. Высокий пролет состоится 28 июля в 21:40, когда спутники также пролетят с юга на север над западной частью горизонта на высоте 32 градуса. Судя по снимкам,
наблюдателей, блеск спутников около плюс 2 звездной величины, но ничего нету, нету ничего. Так, показываю вам время, что уже 21:49 и не пролетело никаких объектов. Четверг, 28 июля 2022 года. Прошло 10 минут и нету ни НЛО, ни светящихся звезд, буквально просто звезды. Но тучи ни с того ни с сего разошлись. Сейчас я вам еще раз покажу эти тучи, облака и само небо. Все, за 9 минут только звезды в небе. Ну что же, вот такая картина открывается перед нами. Облака буквально все исчезли. И лишь такие яркие проявившиеся звездочки появились в небе. Но ни одна из них почему-то не шевелится, не движется и никуда не летит. Облака как будто растворились. Их уже не существует. Большая медведица на месте. С правой стороны немножко вот здесь за такими легкими облаками. Еще пару звезд, а спутники или инопланетные объекты нигде не пролетели. Ну что ж, друзья, а теперь мне хочется услышать и ваше мнение. Верите ли вы в то, что спутники Илона Маска существуют? На этом я говорю вам до свидания. Мы скоро увидимся. Все самое интересное только впереди. Поехали, пока и бум!